Родную школу в Чебоксарском районе сегодня посетил сенатор Чувашии, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. Он встретился с учениками. О чем говорили в репортаже? Я учился у преподавателей, которые преподавали еще в царские времена. Такой я древний, да? Представляете, откуда, из какого века? С рассказа про учебу в Казанском госуниверситете начал встречу с учениками Николай Федоров. Туда он поступил как раз после Толиковской школы. Впрочем, сказать, что с детства мечтал пойти на юридический, политик не может. У меня были разные мечты в разные периоды школьной жизни, но вот выпускной класс, у нас 10 классов тогда было, Светлана Георгиевна, может быть, уже не помнит, я собрался в высшее военно-морское инженерное училище радиоэлектроники имени Попова. Я все документы сдал, прошел все проверки. Так получилось, что не попал, потому что проспал на самолет. А почему проспал, знаете? Поехал в соседнюю деревню прощаться с девушкой. Что судьба сложилась так, Николай Федоров не жалеет и профессию юриста рекомендует всем. А вот младшим школьникам, с ними сенатор встретился уже в музее космонавтики в Шоршилах, он посоветовал следовать за мечтой, как это сделал их знаменитый земляк Андриан Николаев. Также Николаю Федорову показали новые экспонаты музея, затем он возложил цветы к могиле космонавта.